Мы помним, мы чтим подвиг наших предков. В Саратовской области проходит одноименный конкурс школьных сочинений. Приурочен он к юбилею Победы. Его участниками стали уже более 3000 школьников из 15 районов области. Ребята собирают архивные материалы, письма с фронта, медали, фотографии родных и пишут сочинения, лучшие из которых публикуются в районных газетах. Инициатором конкурса выступил депутат Государственной Думы Николай Панков. Главная цель подобных мероприятий – в сохранении памяти школьников подвига русского народа в период Великой Отечественной войны. Конкурс продлится до 9 мая. Все участники получат грамоты, а победители – памятные подарки. Такие конкурсы, которые мы вместе проводим, они способствуют изучению нашей истории, они способствуют передаче от поколения к поколению тех традиций, какие были заложены нашими дедами. Фактически каждую семью не обошла Великая Отечественная война. Именно поэтому нам дорога эта победа. Именно поэтому нам дороги такие конкурсы, какие мы сегодня проводим в честь этого юбилея нашей победы.